Переходим к эконом-комфорт-бизнес-классу. Это тоже вторичный рынок, друзья, но цена уже, точнее стоимость отличается. Видим $685 за квадратный метр по трем классам. И за месяц данные классы показали снижение минус 0,72%. То есть вот это снижение ежемесячное, оно, ну так, если по-простому, набирает обороты. Если раньше мы видели по полпроцента, то сейчас мы видим по проценту. Что будет происходить в следующем году, будем говорить уже в конце видео.